Приветствую на канале Тактика Победы, с вами Макс. Продолжаем играть в Crusader Kings 2. И в этой серии, я думаю, нам надо до конца уже отжать остров Сицилия. Вот я своих уже гвардейцев посадил на корабли. Они потихонечку сюда плывут. И вот думаю, надо будет сейчас начать военные действия. И показать нашим соперникам, кто сильнее. Давайте для начала вот этому мужчине объявим войну. Правда, придется вот за этот маленький кусочек драться. Есть у него земли и повкуснее, но, пожалуй, сюда сперва. Отправим сразу войско. Не хочу сразу поднимать бучу и воевать против всего мусульманского мира. Я это успею сделать. Буду объявлять войны всем по одному. Я, конечно, могу это сделать всем и сразу, но их много же. У них вон, если они объединятся, то получится такая же империя, как и у меня. Поэтому я стараюсь все-таки не пренебрегать наоборот, безопасностью и своих вассалов, и себя. Потом собирать, бегать войска мне как-то лень. Так, корабль, пожалуй, сюда. Войска на корабле. Вот сюда мы высадимся. Так, давайте сразу девок вытащим. Не хочу, чтобы ели зря мой хлеб, производимый русским народом. Да, надо здесь еще, кстати, присвоить титул себе. Герцогство Бавария. Отлично. Присвоим. Кто из мужчин достоин? Так, у тебя хорошо все. О, царевич. Так, он не хочет. Этот хочет. Так, 9. Дальше смотрим. У этого 5. Ну, да и плюс. А если я сделаю ее? Слабая претензия. Влечение черти уродливые. Первородство наследование. Долгоправление, дипломатия, равный раздел. Одна и та же династия. Ему что любит больше. Ну давайте все-таки ему пожалуем Баварию полностью. А это Болгария. Так, а где Бавария? Вот Бавария. Пожалуй. Смотри сам. Так, тут что? Хорошо. Все потихонечку у нас идет. Так, честный. Ну, вроде бы растет. Еще 2 года и уже полновесный у нас наследник трона. Можно уже спокойненько что-нибудь делать. Например, убивать своего короля. Всяких войнах и все остальное. Так, отправляем сюда. Так, не хватает у нас здесь верховодителей. Вот так вот. А, лидера общительный. Ну, пусть будет общительный. Сразу же давим на авторитет. Так, получает интриги. Терпеливый. Ладно. Пусть будет терпеливым. Так, 63%. Надо разбить данную армию. Так, мы с тобой не воюем, да? Пока нет. Еще успеем. Так, я долго за тобой бегать буду. О,
Наконец-то попался. И отлично. Так, что с религией? Здесь еще католичество есть. Ладно, пусть потихонечку все остальное сами решают. Так, почему у вас так мало? Надо будет еще болельничка добавить. Но это уже после военных действий. Так, куда? Вот. Данная территория нашего противника. Вперед. И с песней. Так, это не она ли? Нет, не она. Смотрим вообще. Так, тут у нас главный волхв. Хорошо. Ой, как долго. Ну, ужасно, да. Будем потом искоренять. Ничего не поделаешь. Кстати, сразу проверю. Так, Бранденбург. Крепость еретиков, местное риск восстания. Религиозные волнения. Так. Христианство и разные религии. Давайте-ка мы сюда отправим своего проповедника. Пусть работает, там уже с остальным мы попозже разберемся. Главное, чтобы тут всякие... Оу, нет. Мужчина, ты мне не нравишься совсем. Черт, проиграю. А, нет, не проиграл. Обломись. Вот так вот слинял я. Нормально. Так, поищем его. Объявляются войны у меня тут, я смотрю. Разошлись вассалы. Так, 16 тысяч. Мне надо срочно его вот куда-нибудь приткнуть. Так, давайте-ка вот сюда. Не успел. Так, ты кто такой? Придворная. Пермь великая. Придворная. Принять. А мы зайдем с тыла. Мне всего лишь-то надо несколько процентов. Чтобы уж победить окончательно. Еще кому-то? Придворный. Ладно. Вот и все. Война закончилась. Мы получили то, что хотели. Всего лишь маленькую-маленькую провинцию. Так, этих мы распускаем. Так. А вот здесь поднимаем. Или лучше здесь поднять. Так, давайте-ка этих распустим. Так, вот так вот этих объединим. Ой, блин, натворил чё. Вот сюда. Этих мы возьмем с собой. Так, вперед. Сразу надо землю отдать, пока меня там не перестали любить вассалы. Так, тут, кстати, на волю. Я не буду никаких даже брать денег с них. Пригласить дворянина Вышата очередной. Он уже как постарел-то. Мнение. Так.
Вот вышата. Не вы скромный. Ну, вроде ничего. Вот так. Так, уродливый против ленивый. Ладно. Теперь вот этот, да? Сразу же сюда плывем, даже вот сюда. Пойдем на Сицилию, потом на остальные территории. Ну что, посражаемся. Так, где ты, Сицилия? Вот. Вперед. И с песней. Наверное, все-таки придется еще поднимать мне несколько отрядов ополчения, но пока гвардия рулит. Так, давайте-ка увеличим. Так, кавалерия, судостроение, легкая пехота. Конечно, легкая пехота. Застройка замка, городская инфраструктура. Застройка замка, налог с крепости. Можно построить следующее здание. Конюшня, город при замке, тренировочный лагерь. Это мне больше нравится. Ну и все. Так, что у нас далее? Тут идет. Надо бы, конечно, кое-кого... Да в темницу-то посадить всяких балбесов лишних. Ух ты, что ты, придурок, что ли? Нормально. Так, тут земля. Германия уже подходит, мирный договор. К концу. И можно посражаться будет. Как я рад, что Франция немножечко тут набрала себе проблем на голову. Пусть сражается, воюет. А мы покамест... позахватываем территории противника. Отлично. Вот уже идут к нам воины. Тут 16 тысяч. Так, будем ждать. Вот уже и поболее. Так, где корабль? Давай-ка. Порт. Так, получает капризны. Лишается. И опять сбежали. Ха-ха-ха. Вот сюда плывем. Так, чё хочешь-то? Да. Это отставить ты кто? Ладно. Войска мои вот сюда. Немного вдарили. Тоже займем приграничную территорию. Я смотрю, он там тоже вовсю чешет. Захватывает только в путь. Давай, давай, давай. Несколько дней вперед. Нифига уже 52 здесь. Сейчас я тебе дел наделаю. Сам бегу, если успею. Так, вроде успел. Отлично. Так, куда мы свою гвардию потащим? А вот сюда и потащим. Тут земель-то много. Я везде успею. Пока он там разетывается. Так. Великая, наверное. Священная война за Поморье. Могущественный первосвященник Владимир решил, что пришло время преподнести урок повиновения... Так, блин, хреново что-то у меня с глазами. Время поднести урок повиновения кёниг Альмерик, Германия. И верующим в мертвого распятого бога. Все свободные славянское язычество, мужи, приглашаются принять участие в очищении королевства Поморья. Триглав с нами. Да, за Триглав. Нефиг верить мертвого мужика. Так. И? Кого бьем-то?
По море где у нас? Где у нас по море-то? Ну да ладно. Хрен с ним. Пока вот так повоюем. Так, поражение нам нанесли. Уже минус 33, между прочим. Все, придется поднимать ополчение. Это делать будем мы вот так. Так, стоп. Ух ты, смотрите, какая штука. Королевство Поморье. Вот оно, да? Ух ты. Интересно, это у меня вообще впервые такая тема. А, смотрим. Как это вообще ты организовал? Я как-нибудь такое могу сделать? Ладно. Блин, я поучаствовать хочу, но мне надо срочно войну закончить. Так. Придется на два фронта сражаться. Блин, хотел земли-то совсем другие, но вот, увы, тут все решили по-другому. Поднимаем ополчение полностью. Всех. И делаем следующее. Вот сюда отставить. Сперва сюда. Вы сюда. Нет, сюда поближе. Вот сюда. Так. Эти люди, наверное, все-таки сюда пойдут. Здесь мне некого. Далее. Граждане, пожалуйте сюда. Вы вот сюда. Эпир тоже вот сюда топает. Так, здесь пока некому. 12 тысяч. 12 тысяч, это хорошо. Мы ему поможем в этом деле. Вот здесь поднимаем флот, садим вот сюда наших вояк и вот сюда отправляем. Данный господин идет сюда. Вы, парни, наверное, вот сюда пойдете, да? Так, остальные не знаю пока. Я думать буду. Вот так вот. И ты поближе к морю. Так, остальных, наверное, придется распускать. Они мне здесь не помощники. Так, окей. Тут идет. Тут, конечно, можно на корабли посадить, на товарищей всех, но это так долго. Вот так вот. Тут уже какая... А, это мои тоже. Я уже испугался, думал, что за понты. Ну, вот этих еще можно. Садим всех вот этих на корабли. Представителей. Вот так. И вот этих заберем. Так, все, корабли, да? Готовы. Вот сюда. Так, остальные друзья, товарищи, все пошли вон. Так, вот этих еще заберем. Вот так.
Хорошо. Так, эти у нас на подмогу сюда пойдут. 15 тысяч. Хороша. Армия тогда сюда. Так, тут все двигаются, двигаются. Вы тоже двигаетесь. Вы стоите. Вот так. Вроде бы неплохо, да? Получается движение какое-то. Так, тут лишний. Здесь тоже мне не нужны. Так, вроде бы... Вроде бы тут со всеми решил. Так, ага. Так. Тут идут. Идут. Здесь двигаются. И здесь я, блин, вмазался. Ну-ка, вот сюда все. В случае чего. Тут темнее еще. 25 тысяч. Ну, сейчас я соберу войска. Мало тебе не покажется. Отлично. Следующий бой. Он будет самый трудный. Так, тут уже к нам идут представители разных сословий. Так, 5000 плюс 3. Надо срочно всех на корабли посадить. Вот сюда. Так. Соберем вот здесь. На корабли. Ну, вообще нормально получится. 11 тысяч. Объединяем. Сюда отправляем. Все сюда. И вы тоже сюда. Все в Германию идем. Здесь корабли есть. Пожалуй, сюда. Тоже сюда. Так, у нас есть союзник, я смотрю. Да? Да. Тоже славяне, но мне придется их прибрать, потому что я не хочу, чтобы у меня были вообще какие-либо конкуренты. 7000, хорошо. Уже 21. Эть, не вмещаемся. 16 тысяч. Так. Где мои еще корабли? Вот. Сейчас доплывут. Тут этих всех посадим. Тут соберутся. Так, тут все пока нормально. Так, что стоим? Пошел вон. Здесь двигаются. Здесь почти все на месте. Так, тут тоже двигаются. Так, немножко не туда, походу, высадил. Ну да ладно. Так, 70. Забираешь тут. 25 тысяч стоит, между прочим. За нефиг делать. Тут 15, 13, 16, 25. Офигеть. Ты, дядя, так крепкую армию, я смотрю, подобрал. Плохо. Воевода опять скончался. Так, ты почему-то тайного советника хочешь, а ты воевода. 18, ну зато будешь счастлив как кот. Так, давай-ка иди работай. Так, что у нас тут творится? Объединяем. 2000 воинов уже здесь. Корабли поместят? А, местят, хорошо. Вот сюда. Пока тут идут, я этих успею собрать. Так и есть. 11 тысяч уже. Здесь 10, нормально. Движение идет. Собираем вот этих. Теперь вот этих захватим.
7,3. Мало. Мало кораблей. Давайте увеличим диапазон. 17 тысяч уже нормально. Так, вот еще 400 пригодится. Сразу вот к этим. Так, я тут уже схлестнулся с кем-то, да? А, это не мои. Ладно, мои пусть идут пока. Нефиг их бить, я успею. Так, тут уже собралось небольшое воинство. Так, так, что еще, где? Так, 21 тысяча. Корабли плывут. Вот они плывут. Хорошо. Тут хорошо. Дошли почти все. Блин, дошел все-таки, гад. Не успел я тянуть. Ладно. Это мы вот сюда. Нет, в Эпир. Заберем остальных. А то он как развернул, я смотрю, компанию. Неплохую. Военную. И уже моих конкретно товарищей подбивает. Так, тут все. Отлично. Вперед сюда. Здесь аж 39. Можно уже смело брать штурмом. Здесь посадим на корабли. И вот сюда. Так, и у вас не хватает вот здесь. 2000. Пожалуйте повыше. Объединяем здесь. 24 тысячи тоже объединяем. А корабли уже не влазят, блин. Придется с этими паять. Так, где я еще могу корабли поднять? Вот. Ух ты, нифига себе. Стой. Стой на месте. Так. Хорошо, пока хорошо. Здесь объединим. 13 тысяч мы найдем. Еще пятерочка идет. Почти дошла, мы сразу их заберем. 20, да, нормально, все пока влазим. Вот этих пока подхватим. Вот отсюда заберем. Тридцать тысяч, блин, офигеть. Мужик вообще разошелся не на шутку. Так, подожмем ему порты. Так, 4000 у меня уже. Так, тут у меня потихонечку набирается. Тут идем. Хорошо. Вперед. Так, мои побратимы. Потом я с вами тоже прибью. Хм. Вот сюда. Здесь почти доплыли. Все, доплыли. Объединяем на корабли. Сюда. Так, тут же на корабли. Кораблики также объединяем. 23 тысячи воинов собираем. Ох, как это мне логистика. Так, вот сюда их всех. Тоже заберем. Так, здесь уже 15 есть воинов. Тысяч. Здесь 25 нашего оппонента. Тогда мы сделаем вот так. Пожалуй, высадим здесь. Сюда армию подвинем. Конечно же, не избежать нам восстания. Где? Вот где. Но это ладно. Это не страшно. Так. Надо бы на это забрать уже. Пора. Так, вот корабли тоже. Сейчас подмогут нам. Так, мы сделаем проще. Все сюда. Вот так. 16 тысяч 29.
ужас. Девятьсот. Почти косарь кораблей удалось собрать. Так, это мы отправим вот сюда. Пусть здесь сражаются. У нас пока здесь воинства хватает, чтобы что-либо причинить ущерб любой. Нет, поближе, пожалуй, вот сюда пойдем. Так, еще 6 дней. Тут отлично все. 29. Крепкая крепость. Все-таки римляне строили. Объединяем на кораблик. И пойдем мы вот сюда. Нет, сперва крестьян, наверное, придется подавить. Или 45 тысяч, блин. Ужас. Да. Приняли закон абсолютной власти. Все, теперь я буду как хочу. Крутеть всех, вертеть. Хорошо. Так, казнить. Я знаю, что это немножечко плохо сказывается на авторитете, но ничего страшного. 15 034. Да пофиг. Или нет, не пофиг. Так, стоп. Други мои, стоп. Так, сюда. Высаживаться будем здесь. 18. Вперед. Так, здесь у меня что уже? Набралось? 38. Хорошо. Тогда мы вот сюда пойдем. Куда вы двигаетесь? Тиана, 26 сентября. Я тебя догоню? Догоню. Отлично. Здесь 41 тысяча, мы их просто поделим сейчас. Так. Буквально поровну. Так, сюда мы отправляем это, сюда вот это. Чтоб совсем уже с голоду не задохли. Давайте этих тоже поделим, хотя можно этими тупо брать. Тут все нормально, пока идем. И опять. Так, греческое население приняло русскую. Отлично. Я просто счастлив, что греки приняли нашу культуру. Так, ну что ж, друзья. Я думаю, в следующей серии вы увидите продолжение данной эпической битвы. Всем спасибо за внимание. Пока.